Привет всем из Германии! Сегодня мы поговорим о янтарной кислоте и рассмотрим ее как средство от похмелья. Янтарная кислота, она натурально синтезируется в нашем организме, участвует во многих процессах, но она быстро выводится и не имеет накопительного эффекта. И во время употребления алкогольных напитков происходит накопление в организме этанола или этилового спирта. Он начинает распадаться на ацетальдегид, а вот этот вот ацетальдегид и оказывает токсическое воздействие на наш организм. И что происходит, ребят? Происходит отравление, которое в народе называют похмельем. Вот это похмелье, это и есть то самое отравление. Вам плохо, у вас рвота, головные боли, недомогание. Ну и так далее. Я думаю, каждый из вас, кто алкоголь пробовал, знает, что такое похмелье. Ну и обычно требуется время, чтобы избавиться от этих токсинов, вредных продуктов, полураспада алкоголя, да, промежуточных продуктов, про которые уже сказал ацетальдегид. И печени нужно какое-то время, чтобы нейтрализовать этот токсин и вывести из организма. И в помощь вам будет, ребят, янтарная кислота. Проникнув в ткани, она препятствует накоплению токсинов в клетках. Процессы метаболизма налаживаются, симптомы отравления, то есть похмелья, исчезают. Вот такие вот, ребят, дела. Сейчас вам покажу. В русских аптеках продается препарат Лимонтар. Вот смотрите, так он выглядит. Сейчас покажу. Лимонтар. Его продают с целью снятия синдрома похмелья, да, или предотвращения опьянения. Препарат очень дорогой, но это всего лишь навсего коммерческая фишка. Они тут еще к янтарной кислоте добавили лимонную кислоту и продают ее за большие бабки, этот препарат. Да? А главную работу тут делает всего лишь навсего янтарная кислота. То есть лимонная кислота вам, в принципе, и не нужна, ребят. Поэтому идете и покупаете всего лишь навсего янтарную кислоту. Вот она, встречайте аплодисментами. Янтарная кислота. В десятки раз дешевле, чем вот этот специальный препарат, лимонтар. Янтарная кислота после похмелья помогает быстрее снять симптомы отравления. Она ослабит и предотвратит отравление спиртными напитками. И, ребят, не обязательно ее пить после застолья. Можно также перед началом употребления алкоголя выпить две таблеточки янтарной кислоты. Она предотвратит у вас развитие алкогольного синдрома. Она начинает действовать где-то примерно минут через 40, 30-40 минут, и действие ее длится до 3 часов. Так что, ребят, можете пить перед тем, как вы начнете бухать. Потом, во время, если вспомните еще про янтарную кислоту. Ну и, конечно же, потом при пробуждении можете закинуться янтарной кислотой. Она, как я уже сказал, усилит вывод продуктов распада этанола из вашего организма. И тем самым вы быстрее восстановитесь. И для спортсменов это будет в помощь, так как они могут довольно-таки быстро идти на тренировку. Обычно не советуют после того, как побухали, да, там, на следующий день, например, идти тренироваться, потому что в этот день ваш организм пытается вывести токсины из организма, вредные токсины, продукты распада алкоголя. И поэтому нету смысла идти на тренировку. Но, ребят, если вы будете принимать, как я вам сказал, янтарную кислоту, что, скорее всего, вы можете уже и на следующей неделе, ну, на следующей неделе хотел сказать, на следующий день уже идти и качать свои бицепсы и трицепсы, так как продукты этанола вредные, которые вызывают отравление организма, выведутся с янтарной кислотой в разы быстрее. Вот такие вот дела, ребят. И вообще янтарная кислота обладает очень полезными свойствами. У нее кучу всяких полезных свойств. Поставь под этим видео лайк и напиши комментарий. Пока-пока.